В Уфе в этом году обновят 77 подъездов в 24 многоквартирных домах. На 90% работа финансируется за счет регионального бюджета и на 10% за счет муниципального, сообщили в МинЖКХ региона. Ну вот на данный момент подрядчики выполняют ремонт 54 подъездов в 17 домах. В 7 работы уже завершены. Комплексное благоустройство включает покраску стен, ремонт входной группы, укладку керамической плитки на первом этаже, обновление тамбурной двери, окон, почтовых ящиков, ну и установку энергосберегающих светильников. По словам экспертов, качество ремонта повысилось, но необходимо расширить охват. В целом, вроде там научились делать хорошо. Но опять-таки, да, наверное, это все тоже приводит к тому, что просто стали делать меньше. Да, и, соответственно, чуть больше стало контроля, и в целом становится там по качеству получше. Ну и отмечу, в Башкортостане в текущем году на ремонт подъездов направили 97 миллионов рублей. В благоустройстве участвуют 5 муниципалитетов: Уфа, Аскинский, Иглинский, Чишминский и Стерлибашевский районы.